прозвучит на радиостанциях и на телевидении, в репертуаре известных артистов и оркестровых групп. Многие из его композиций уже давно стали народными. Бейлер восхищается эзлетым бедровым стиле композиции сынан джаз, вариации савлян, Талгат Мухаммадов Хасанов жетекшілігіндегі этносон түркімі ашып жіберді. Название песни легло в основу сегодняшнего концерта, и это не случайно. Сыровый изледен бедрым сины жирын тұрмышанды, ин зур махабеты Фатымына болышлап язган. Бу жирны тотар испарцында ин бірінші болып, легендар Ильхамовый Шакиров жырлаган. Жизнь творческого человека, его успех во многом зависит от поддержки самых близких людей, его семьи. Нам известно, что Саньяпа, как верный спутник по жизни, всегда вдохновляла Саяровой и стала для него настоящей музой. Давайте же ей отдельно поаплодируем, друзья. И как следует их поприветствовать, друзья, ваши теплые аплодисменты. Дорогой Саярова, мы поздравляем вас с этой знаменательной датой, с вашей крепкой семьей, с богатым творческим наследием. Сегодня в окружении родных и близких коллег и друзей, в атмосфере полной любви и благодарности, мы поздравляем вас с юбилеем. Татар жырларына күйлер язуын дәвам итә. Үзенең иҗади казанышлары, күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм татар музыка сәнгатен үстерүгә керткән өлеше өчен Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлекле Сәйер Хәмибуллин Татарстан Президенты исеменнән берничә тапкыр бүләкләргә лаек булды һәм бүген дә Сәйер абыйның хезмәт нәтиҗәләрен билгеләп үтәсе килә. Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Татарстан, полномочному представителю Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Галимовичу Ахметшину. КамАЗ-ның бірінші генерал-директорын Лепарич Васильевна, анаға бүгін 96 еш. Президентмен Радлан Бручайты, генерал директор КамАЗ келді. Мейтан Лебарис, Мейтан Михайл, кетен Йома Межелеске, Мейтан, неге, өзің шынды композитор, мен кешті біләді, ол КамАЗ-дан бір тіл шыраған, и айта, үнден де ұтма, әне кәшке сәлем етігеді. Сіздің абыйдан, 90-ші ешілік абыйдан, сізге бек зұр сәлем. Құлай, сізге бек зұр сәлем, Татарстан Республикасының президенті, Рустам Гайшкин Михайловтан. Әлемнен машалға келгенде, үшінші күн қызында. Олайда ол жерлерді де бізге де мұйық шыққан уақытта, бірінші махаббат хистері келгенде, шол жерлерді біліп үстекте. Шыңа қара, біз сіздің жерлеріңіз білен, біз әне еш уақыттан берілі мәктепте оқығанда да, авторны бір, мейік шынки оларды, автор деген нәрсе, кім язған, кім жерлішеген, но біз ол мұңынарыны, ол шығырларын сөздерінің бірінші жатып іске алып, ең бірінші деген мәктептен шығып қызларыңыз алқа бақытта шолай өстек. Шынки мұна бұл жерлерді сіздің мәңірдіген неше поколение күшілер үстілер, әм ғашық болдылар, яратырға үйренділер, үйленіштілер, бұл сіздің жерлер тойларда яңырады, мәжілістерде яңырады, туған күндерде яңырады, әм қазірде көп бейірлерден сәң мұна бұл ең матур мәскерлік ұлтасында ең матур сарайларда яңырады. Шоға көрі, әлі сіздің туған күн күніне егізге барғанда, бұл ешті бойда, еш вақытта сіздің, 90 ешті еш вақыт, өзіңіздің бармақларыңыз білен шынды виртуалына, виртуозына пиянында ойнағанда, сіздің әлі мұнарыңыз бізге там бек көп еллар келіп тұрайшақ, яңа музыкалар келешек бізге. Шынки татар халқына мұнды мелодиялар керек, шынки бұл мелодиялар бізді нешкәртті, тағында көңіліне ялдырды, тағында көңілі біз нешкәрек болан. Нәуіл жырлары сіздің бұл дискіні әйлендіргенде, ұнытасын бек көп ауыр үшті қалған әйбілерді ауыртта қалалар, кімнің бір семьяда болған әйбілерді ауыртта қалалар, көбір ауырлықтарда шоқыра. Бұл жырларыңыз, сіздің мелодиялары бізге кеш бере, дәрт бере, қанда исенетті бере. Шоқыра сізге бек зор рахмет. Дей біз мұна бүтін яқташлар есімден, милеттіштар есімден, дей біз тұрпалар да білен сізге там бек көп
Шулай сөп ижади талантыгыз Карбактада сөйлөсө дей. Шулай көп жылдар барса дей. Шуңа күрә биз бүген урустарда көптән беренген урус композиторларын беләбез. Дә шул вакытта булган, шул вакытта булган анасын шикел композиторлары, Бетховендар, Мәлекендар, Моцарттар мен. Шуңа күрә без гурланабыз, безнең татарларда шундый Саяров, Хәбибуллиндар бар. Һәм алар булсыннар дей. Әлбәттә сезнең хезмәтләрегез алар біздің Татарстанның жетекшілерімен көп тапқыр белгіленді. Но мен бүгін тағы бір тапқыр енді біздің президентіміз есімінен сізге рұқсат бергіз указын оқырған. Для получения награды приглашается заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, композитор, юбиляр сегодняшней программы Саяр Хабибуллин. Указ президента Республики Татарстан. За большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность медалью Республики Татарстан за доблестный труд наградить композитора Хабибуллина Саяра Аснадиевича, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Кадрларын күрсәттеләр. Менә карагыз әле, 5 елдан соң Саяр абый яшәргән. Менә билләр күреп әйтәм. Бүген таң да матурлар, таң да сөйләр. Кадра мискен безнең тиге бик шәхесебез Гариев Махмут абый дәйбе. Менә бик әйтәләр иде, изгә хәдиячик дип әйтәләр. Генә әйтәм ди, генә баста да ирсу дивити, чтоб когда мы даже уйдем, Эксинар скоропостижно ушел от ты. Шакра, без Сайрабина, я на этап на башу без гизда приезжал на лыбце. Ваши теплые аплодисменты для нашего сегодняшнего миллиарда вам по праву их заслуживают, друзья. Заместителю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушан Казрату Абясову. Бисмиллахи рахмани рахим. Мухтарам, хурматли Саяр абый, кадерли миллетташлар, дин кардашларым, сизни чын күңелден Аллах Тәгаләгә иң якын булган, иң изге ислам сәлеме белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Чынлап та дигән бик матур, бик күркәм мәҗлес. Инде Аллаһка шөкер, безнең хөрмәтле булган Саяр абыйга шундый матур юбилей мәҗлесендә сез белән бергә яшәп җыелдык. Һәм дә ул да зур бәхет. Күрәбез күпме милләттәшләребез хәзер безнең белән. Һәм дә без урланабыз сезнең белән, хөрмәтле Саяр абый. Чөнки Раил Кәлимович әйтеп узды инде, чынлап та сезнең бик матур моннарыгыз безнең өчен, яшьләр өчен дә хәтта үрнәк буларак булды. Мин әйтсем киләм, минем улым турында, улым Амир, бер мәҗлестә без сезнең белән утырдык, һәм дә сез күрсәттегез, ничек матур итеп эзләдем бәгрем сине уйнарга пианинода. Һәм дә шуннан соң без икенче көнгә киттек музыкаль мәктәбенә һәм 4 ел Аллаһка шөкер укып чыкты фортепианода һәм бик матур эзләдем бәгрем сине өйрәнде өйрәнергә уйнарга. Һәм дә әлбәттә мин үзем шундый үрнәкләр бик күп, чөнки сез талант. Хөрмәтле Саяр абый, чын күңелдән безнең хөрмәтле булган муфти шейх Равил хәзрәт исеменне сезне рөхсәт итегез котларга шундый матур юбилей белән. Без инде үткән юбилейларда да бергәләшеп катнаштык, җыелыштык һәм дә без шатланабыз. Аллаһ Тәгалә безгә шундый фурсат мөмкинлек бирде, дигән дә сезне котларга һәм рөхсәт итегез Равил хәзрәт исеменне шулай ук
шушы матур тілеклер сізге оқып шығарған. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России от себя лично, позвольте сердечно поздравить вас, дорогой Саяровы, с юбилеем. На протяжении многих лет вы вносите неоценимый вклад в сохранение и приумножение лучших традиций татарской музыкальной культуры. Ваше творчество, открытость и доброта являются примером для развития и становления молодого поколения композиторов и исполнителей. Вы – большой талант, искренняя любовь и аплодисменты публики – это заслуженная награда за ваш труд. В этот знаменательный день молитвенно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии и новых творческих успехов. С уважением и добрыми молитвами, муфти шейх Равиль Гайнутдин. Құрметті тамашашылар, қадірлі юбиляр, сіздің барыңызда Мәскеу Милли Мәдени Мүфтерият есімінен біздің татар мәдени өзекті сәлем деймін. Уважаемые гости, дорогой юбиляр, Саяровы, вы москвич, вы представитель татарской общины города Москвы, вы представитель татарской автономии города Москвы, вы представитель творческой интеллигенции города Москвы. Вы, и я думаю, со мной согласится вся сегодняшняя аудитория, живой классик татарской музыкальной культуры. Мексиканский композитор Консуэла Веласкес Торрес сочинила слова и музыку знаменитой песни «Бесаме муча», что, извините, в переводе на русский язык означает «Целуй меня крепко». Эту песню знает, любит и поет весь мир. А песню «Из летом баглем сине» знает весь татарский мир. Ее любит и поет весь татарский мир. Ни одна свадьба татарская не обходится без этой песни. И, как правило, ее поют хором и по нескольку раз. И, вне всякого сомнения, это самые свадебные татарские песни. А это, наверное, дорогого стоит. Дорогой юбиляр, вы, кроме этого, кроме того, что вы творческая личность, вы еще и организатор татарской национальной культуры. В 1984 году вместе с группой единомышленников вы создали татарский музыкальный ансамбль «Хыял». И это было событие, значимым не только для Москвы, но и для всего СССР. В нашей стране, наверное, не осталось ни одного уголка с компактным проживанием татар, где бы вы ни выступали. И всегда вашим спутником в этом был аншлаг. И этот знаменитый коллектив, которым вы руководили, из него вышла целая плеяда выдающихся татарских деятелей культуры. Это, конечно же, прежде всего вы, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат вот этой высокой государственной награды. Это Наиля Фатехова, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист России. Это Ильдар Шигапов, заслуженный артист Российской Федерации. Это Роза Хабибуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан. И это все ваши единомышленники и ваши воспитанники. И в последующие годы вы всегда активно участвовали в общественной и творческой жизни города Москвы. Вы выступали с концертами, участвовали в мероприятиях, организуемых автономией, были членом жюри и председателем жюри многих творческих фестивалей и конкурсов. Так что наш юбиляр велик и многообразен. Давайте пожелаем ему жизненного и творческого долголетия. Саудок сәлеметлік сізге, өзің өмір, Саяровы.
память о сегодняшнем вечере разрешите вручить от Татарской автономии города Москвы, Татар Москвы, нашу подарок. Благодарим вас, Анвар Умярович. Ваши аплодисменты, друзья. Сегодня поздравляет администрация Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области в лице главы Ключищевской сельской администрации Мусина Рамиля Абдулхарисовича. Вам слово. Дуслар белән бергә күтәрү. Туган көнең котлы булсын, устаз. Иҗатыңнан синең моң ага. Күңелләргә кереп шунда калыр өчен. Килгәнсең син ахыры дөньяга. Нинди бәхет шулай матур яшәү. Биргән Худай синең өлешкә. 90 яшең белән сәяравый. Бу яш сиңа бик тә килешә. Мәхәббәте иҗат чыганагы. Фәрештәсе тормыш юлында, Соня апа янында булғанда, бәхет ұшың сенің қолында. Біз бик күпләргә бирелмәгән әле тормыш юлын шулай үтәргә. Алға таба бар қанатлар булып, яссын сезгә ғұмыр итәргә.
белгіләп өтмей болмай. Бүгін татар тілін сақлауған үстіру мәселесі кескін көтерілгенде, Сәйяр Зияттин ұлының ижаты зор ықтибарға лайық. Много написано песен нашим композиторам. Исполнить все в одном концерте просто невозможно. Но сегодня прозвучат одни из самых любимых и известных его мелодий. Программу «Стой», которая объединяет нас всех и по праву считается гимном московских татар. И когда я говорю, что я татар становлюсь публиком, да, то вам телевизор холоклар бердемлеги ягодик и главитеды. Хам хазер я говорю, что жерда буйлнан борышларына тулысынша жауап бере. Татар теле. На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Роза Хабибуллина.
родился в татарской семье в деревне Суаксу Краснооктябрьского района Нижегородской области и с самого детства рос под татарскую речь и музыку. Семья была музыкальной и гостеприимной. Все любили петь, папа играл на гармошке, часто собирались соседи, друзья и все вместе пели народные татарские песни. Шумада сая войны Йозмаша Олдану Бельгеле была. У музыка мэктэбэн тэрамлалач, у музыка училищесына укырлакыры. Мэктэб юллары суглы шырына дурыкилы, вақыты жеткеш раскари хызмэтке олына. Армейдасын сая ровынын совет кешлеріне бағышланған солдатлар түзілішке бара деген бірінші жыры туа. Бу жыры бик уңышлы була. Радиостанцияларда яңғыры хам сая ровы уақыты үшін хатта шоқты зурғына гонорар да ала. Может, именно этот случай помог сохранить нашему композитору огромную любовь к работе с молодежью, желание дарить им свои песни. Сая Рабы всегда мог находить какую-то особенную связь, теплую связь с молодыми артистами. Эту связь часто сравнивали с отцовской любовью. Чеки Сая Хабибулин Еларус Вапарана Стана Еш, Ереклы Булат Палахар и Жотан Деламите. Поймахат Улеш Пашкару Шиларда, репертуарларын мажор лирика вален туландырынға тәрдемеді. Көптен түгелгіне Сая Рабы Алина Шерифжановыға яңа жырлар ижат етіп берген. Хәрнәк мәне шушы жырлар сәрнәбізді бүгін бірінші тапқыр яңғырайашар. Дорогие друзья, премьера песни «Сок, блин, сок» в исполнении одной из лучших джазовых исполнительниц, заслуженной артистки Республики Татарстан Алины Шерифжановой. Встречайте! Oh,
В будущем же это очень помогло Саяровой. Хороший рояль на гастролях – большая редкость, зато всегда можно было взять в руки аккордеон. И эта способность быстро перестраиваться – большое счастье для музыканта. Бүгін қонақлар залда да, сахнада да бек көп. Не біздің кебі Қазаннан келушілер де көп. Саяровның күйлері бой ижаты Мәскеуде, әм Татарстандарына түгіл, әбітін дүйіңгелға танылған. Дорогие друзья, на сцене гости из Казани. Народный артист Республики Татарстан Асаф Алиев и заслуженная артистка Республики Татарстан Лилия Муллагалиева. Yeah.
выступе полномочного представительства Республики Татарстан, он говорит, что мелодии с детства крутились у него в голове. Всегда напевал что-то свое, а потом, получив музыкальное образование, начал писать. Об этом знали и в музыкальной школе, поэтому часто просили его на экзаменах сыграть что-нибудь авторское. Уже тогда он очень много писал, но все же композиций, вышедших в свет, вы только представьте себе, не более 50. Потому что всегда работал не на количество, а качество. И вкладывал частичку собственной души. Те, кому выпало счастье иметь в репертуаре музыку Саяра Хабибуллина, это настоящие везунчики. Среди которых и моя соведущая Сэмбель Билалова. Давайте поприветствуем его бурными аплодисментами. Шакиров, который поймал Саяра Знатиновича в холле гостиницы «Россия» и буквально уволок песню «Зляденберг Рамсине», которая, между прочим, предполагалась для одной другой артистки из Казани. Но судьба распорядилась иначе и не ошиблась. Трушан Андреоларман Туры Кирилла Серегла. Чеки Артисман Дуньяла Хораши, материал Рамана Сабета. Музыка Кирилла Туюрган, Кинет композитор Кузя Куилала, еще того, что еще Раджи Креблева, Бит Нухим. Когда заслуженная артистка Республики Татарстан Альфина
Ахмеджан готовилась к своему сольному концерту, неожиданно ей пришел подарок от Саяра Хабибуллина в виде предложения спеть уже готовую песню о любви. Теперь эта композиция плотно вошла в ее репертуар. Дорогие друзья, на сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Альфина Ахмеджан с песней «Себе и себе». Thank you.
Кстати говоря, о молодежи Саяр Хабибуллин несколько лет назад написал музыкальную пьесу специально для баяна одного молодого, но очень талантливого артиста. Дорогие друзья, на сцене музыкант, виртуозный баянист, чемпион мира по баяну, заслуженный артист Республики Татарстан, участник московской группы «Шурале» Ильдар Салахов.
Нечатырыш сөйіп масын. Сәлемет болуыз. Сәлемет. Мәңілінке композиторлары музыка язында қызметташылары білен кейешләшіп, үшлі ғылмен олар білен дұстана мүнесәбәттә тұра. Мисал үшін Сәйяровый қозында ижатқа композитор Рустам Яхин білен тұғыз оралашқан қам үшләген. Когда Сәйяровый ездил в Казань, то останавливался у него. И вот как-то один из приездов Рустам Яхин разбудил Сәйяровый в 8 утра со словами «Сәйяр, твой концерт!». Они быстро включили радио, а там 45-минутная музыкальная программа. Тут Яхин с удивлением и говорит: «Молодец, Сая, очень хорошо, но как так? У нас у всех минорная, а у тебя мажорная». Нет, шулай, тогда кирилы шина, да кубесенше минор мансу яндрашая. Э, Сая равен татар музыкана мажор яндрашин булдыра. Э, бу бик патлаулы эйбер. Улағыт Рустам Яхин қорали, нинди яхшы мажор келіп шыққан бе, деп композиторға соклануын білдірген. Ну и на этой мажорной ноте предлагаю окунуться в воспоминания, посмотреть, как проходили юбилейные встречи композитора в разные годы, какие интересные люди приходят прямо в гости и многое другое. Внимание на экран!
будущего века оркестра Талгата Хасимова. Инструментальный состав, ударные и перкуссия, Аяс Хасенов. Карнеги Холл концертлар залында көрнекле Блюно джаз клубында шығышлар ясаға. Шулайық 2020 жылда Игорь Бутман білен ұртақ программы шығады. Зумен аның талантлысы күмі Саяр түбі бөлін концертларында бик еш ойны. Аталиғат Хасанов өзі композитор үшін инструменталь альбом яздыруда да қотнашқан. Именно поэтому с юбилеем поздравляет вся семья Талгата Хасенова. И в качестве подарка прозвучит вторая премьерная песня нашего вечера «Юлдозума», где инструментальное соло на виолончели исполнит самый юный член музыкальной семьи Танур Хасенов, студент колледжа имени Елены Кнесиной, совместно заслуженной артисткой Республики Татарстан Алиной Шеребчановой. Встречайте!